Как быстро в стране дорожают товары и услуги? По данным статистиков, с начала 2018-го инфляция в республике составила 2,6%. В прошлом месяце – 0,2%. Годовой же показатель сложился на уровне 5,9%. Подскочили цены на непродовольственные товары почти на 8,5%. Платные услуги стали дороже на 5,5%. Больше средств казахстанцы тратят на продукты. Их стоимость увеличилась на 4%.